Все.
Вот туда. Среди мальчиков. Все, на места. Чемпионом стал Алексей Валентин, город Воскресенск. Награждается медалью, грамотой и денежный приз. Второе место. Нестеров Станислав Ильшанко, Кировоградская область. Награждается медалью, грамотой и приз. Третье место. Смирнов Игорь, Вознесенск. Все, Валик. Седьмое – Шубер Ростислав. Восьмое – Табунчик Глеб. Девятое – Костенко Николай. Еще раз, ребята, я всех поздравляю с окончанием соревнований, с нашим проведением соревнований. Вы большие молодцы, каждый старался как мог. Нет у меня к вам претензий, все старались. Ой, извините, ой, забыла. Да, мы же провели суперфинал. Чемпионкой суперфинала. Суперфинал, когда мальчики с девочками играли. И наша стала чемпионкой Татаратьева Маргарита. Молодец! Медаль, грамота и денежный приз. Второе место занял Алексей Валентин. Столько медалей у вас, они тарабанят уже у вас там. Третье место. Капитулова Анастасия, тоже Вознесенск. Настя, хотелось бы уже другую медальку, чтобы там хоть разбавить. Второе, третье, первое, второе, да? Настя, разверни замок. Станьте ближе, Настя, ближе. Настя, медаль. Все. Ребята, спасибо за участие. Можно переодеваться.